Одним из основных объектов этого вида спорта является стрелковый спортивный комплекс 9х19 в городе Бишкек. За последние 5 лет комплекс перерос в центр подготовки профессиональных стрелков, где созданы современные условия для проведения тренировок и соревнований. Здесь спортсмены совершенствуют свое мастерство, готовятся к международным чемпионатам и занимают призовые места, что подтверждает высокий уровень школы стрельбы Кыргызстана. Нагима Шаимбетова начала заниматься стрелковым спортом 5 лет назад в возрасте 15 лет. В настоящее время является членом Федерации стрелковых спортсменов Кыргызстана. За это время она успела активно поучаствовать в международных соревнованиях и завоевать призовые места. В настоящее время работает тренером в спортивном стрелковом комплексе 9х19. Я за 5 лет стала бронзовым чемпионом в чемпионате Азии, который проходили в городе Шымкент. Наша кыргызская команда в упражнении ВП-6, 3 девушки заняли бронзу, 3-е место. И также мы участвовали на соревнованиях в Казахстане, и последняя моя поездка была в Корее, тоже на чемпионат Азии. Судя по историям наших тренеров, действительно было очень трудно. Когда я только пришла, этот клуб только открылся, и у нас было очень мало оборудования. То есть винтовок было мало, костюмов было недостаточно. Но за 5 лет, мне кажется, мы очень хорошо продвинулись, потому что почти у каждого есть свои винтовки высокого качества, у каждого есть свои индивидуальные костюмы, и федерация старается по максимуму всех обеспечить в этом плане. Стрельба в Кыргызстане включает в себя различные виды, такие как стрельба из пистолета, винтовки и дробовика. Спортивные клубы и федерации активно работают над популяризацией этого вида спорта, организуют соревнования, мастер-классы и тренинги для начинающих и опытных стрелков. В нашем комплексе тренируется сборная Кыргызской Республики по пулевой стрельбе. Для спортсменов у нас созданы все условия, стоят современные установки СИУС, которые показывают с точностью до десятых каждое попадание. Также наши двери открыты для всех желающих, кто хочет научиться стрелять. Приходите, записывайтесь, занимайтесь. Есть шанс попасть в сборную Кыргызской Республики, участвовать в соревнованиях, возможно, даже в Олимпийских играх. За последние годы спортивный стрелковый комплекс 9х19 в Бишкеке стал одним из лучших центров подготовки любителей и профессионалов. В комплексе проводятся различные тренировки, мастер-классы и соревнования, увеличивая количество желающих заниматься стрелковым спортом. Федерация пулевой стрельбы, он с советских времен существует. И у нас самый известный, это есть рекордсмен Милентьев, который его рекорд длился 34 года. Следует отметить, что в этом году комплекс отметил свое 5-летие. Празднование этого важного события прошло с размахом. В рамках торжества был организован розыгрыш лотерейных билетов, в котором приняли участие все гости праздника. В итоге было объявлено, что все доходы от продажи лотерейных билетов будут направлены на благотворительность. Все же поняли, что это за спортивный... Стрелковый спортивный комплекс 9х19 продолжает развиваться, предлагает клиентам новые программы, совершенствует свои услуги для удовлетворения потребностей спортсменов и способствует развитию стрелкового спорта в Кыргызстане. Айкен Муратбекова, Сембек Усенов, УТР Качуй.